Всем здравствуйте. Чемпионат Италии в субботу в центре нашего внимания. Верона принимает лидера итальянской серии А Ювентус. Верона, которая не проигрывает с 7 декабря, находится в очень хорошей форме и наверняка удивляет многих, как же так. Она до сих пор претендует скромно. Команда, в принципе, которая всегда болталась под подвале турнирной таблицы, как же она претендует на зону Еврокубков. Ну а Ювентус воспользовался проблемами Интера, который забарахлил, взобрался на первую строчку. Поражение от Наполи осталось позади. Фиорентину Ювентус разнелся, как полагается, и теперь, конечно, за 3 очками едет в гости к Вероне. Ну, 3 очка, очень маленький коэффициент, наверное, не то, что мы бы хотели заиграть, верно же? Ювентус наверняка победит, но есть один момент, как усилить эту ставку. Понимаете, Верона в хорошей форме, Вероне пора уже проиграть. Ювентус должен забирать свои 3 очка. Обращаем внимание на что? На то, что Ювентус достаточно часто пропускает в чемпионате Италии. То, что Верона, особенно дома, хотя бы однажды огорчает соперника. Там, по-моему, из 10 поединков только 2 она не сумела забить. При этом Верона, чтобы вы не сомневались в победе Ювентуса, с топ-клубами играет плохо. Ну вот в этом сошлись. Что же нам выбрать? Выбрать, конечно, двойную ставку. Под хороший коэффициент. При этом вы найдете в линии букмекерской компании MaxLine шикарнейший коэффициент 3,6. А эта ставка заключается в том, что обе команды забьют, но победит Ювентус. То есть Ювентус пропустит, но победит. А? Как вам? Давайте попробуем в субботу в чемпионате Италии шикарнейший коэффициент. Вы думайте при этом сами. Спасибо за внимание. До скорых встреч.